Добрый день, приветствуем вас на канале интернет-магазина Энергомаг. Меня зовут Александр, я предлагаю новое видео на тему твердотопливные котлы Старобельского машиностроительного завода «Огонек». Также в начале видео хочу поблагодарить наших подписчиков, которые остаются с нами и помогают развивать наш канал. Огромное спасибо! Перед вами три котла «Огонек» Старобельского машзавода. Слева это модель 16П. Справа это Термо S, новая торговая марка 2018 года завода «Огонек». Но в данном видео я хочу рассказать о модели «Огонек 18М» подробнее и показать изнутри этот котел и из чего он состоит, так как много вопросов по конструкции котла возникает у наших клиентов. Давайте ближе переместимся котлу, и я подробно покажу, как устроен котел внутри. Основные технические характеристики котла «Огонек 18М». Мощность котла 18 кВт, ширина котла 460 мм, глубина котла 600 мм. Ширина учитывается с учетом вывода под вентилятор, который может быть установлен, и контроллер, то есть котел может быть оснащен автоматикой. Также вот вы видите, есть место под установку регулятора тяги, может быть установлен регулятор тяги. Глубина котла 600 мм и высота котла 1050 мм. Теперь давайте заглянем вовнутрь, топку, объем топки котла 18М 78 литров, объем воды в этой топке 48 литров. Три дверки. Нижняя под место, где выгребается зола. Средняя дверка – это закладка топлива. Верхняя дверка, она предназначена для того, чтобы котел было удобнее чистить. Еще вы можете увидеть такой вот теплообменник, то есть топливо, не топливо, извиняюсь, а уходящие газы поднимаются наверх, огибают этот теплообменник и дополнительно производят нагрев теплоносителя. И дальше уже уходят в газоход, дымовую трубу. Гарантия на котел 36 месяцев. Может быть в исполнении из стали 3 мм, из стали 4 мм. Допустимое давление 1,3 атмосферы, если сталь 3 мм. Хочу напомнить, что интернет-магазин «Энергомаг» является официальным представителем Старобельского машиностроительного завода «Огонек». Покупайте с гарантией, опасайтесь подделок. Ну вот такая конструкция котла. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях к данному видео. Также по ссылке в описании к этому видео можете посмотреть ролики о модели 16P с плитой «Огонек». И новая модель Термо S Старобельского машиностроительного завода «Огонек». Тоже есть видео по ссылке в описании. Если вы еще не подписаны, рекомендую вам подписаться на наш канал. Мы регулярно предлагаем видео на тему твердотопливные котлы, электроснабжение, энергоснабжение, солнечные станции, заземление дома, молниезащита, электромонтажные работы. Всего хорошего!